В Сургуте массово благоустраивают дворы. Благодаря программе «Комфортная городская среда» до конца года обновят почти 20 придомовых территорий. Причем преобразятся они кардинально. Во дворах заасфальтируют дороги, установят новые детские площадки, скамейки и урны. Тему продолжит Елена Каткова. Совсем скоро в этом дворе не останется ям и неровностей. Рабочие укладывают ровный асфальт. А еще здесь обустроят парковочные места, дорожки, тротуары. Установят 30 скамеек и столько же урн для мусора. Всего на благоустройство 4 придомовых территорий Сургута было направлено около 20 миллионов рублей. 10% от этой суммы оплатят сами жители. Здесь, как вы сегодня видите, уже 90% выполнение благоустроительных работ. Осталось сделать разметку, установить скамейки, урны. Вот. Плюс мы еще дополнительно будем от себя устанавливать малые архитектурные формы. Это детские площадки. Они у нас закуплены, уже монтаж начался. Надо доводить до конца. Да, вот если бы здесь сделать, жители, все проблемы есть, и недовольство. Как в Сургуте ведутся работы по благоустройству, лично проверил глава города Вадим Шувалов. Очень хорошее впечатление. Меня радует, что это комплексный подход. Сразу несколько многоквартирных домов, то есть из 4 многоквартирных дома сразу поучаствовали в этом проекте. По благоустройству дорог и тропиночной сети, и стоянки, и водоотведения. Хочу выразить благодарность от всех жителей за эту программу городскую, которую вот жители имели возможность попасть. И здесь жители, что молодежь, что пожилые люди, очень инициативные. И когда вот планировали все виды работы, они действительно участвовали. В рамках проекта формирования комфортной городской среды только в этом году в Сургуте планируется благоустроить 17 дворовых территорий, положить новый асфальт, установить детские площадки и озеленить дворы. На эти цели из окружного и городского бюджетов уже выделили более 80 миллионов рублей. Елена Каткова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут.